есть определенные требования для каждого ведомственного учреждения здравоохранения, образования, в том числе и для РЭВ или МРЭВ ГИБДД. Помещения у нас есть, но они находятся в разных частях, они разной площади, в разных частях города. Что-то может не подойти, и они, конечно, уже в неприглядном состоянии, потому что у города осталось то имущество, которое не раз выставляют на торги, а покупателей нет. И, конечно, наверное, тому же РЭВу необходимо, получив помещение, с завтрашнего дня начать работу. А когда необходимо еще вкладывать большие средства, это, наверное, с точки зрения рассматриваемого объекта, не совсем будет подходить. Поэтому пока не выходили, но будем рассматривать, будем обсуждать.